Всем привет! Это второй выпуск «Как начать кататься в парке» вместе с траекторией. Погнали! Итак, в первом ролике, смотрите ссылку в описании, мы научились делать 50-50 по трем фигурам, самым простым в парке. Это бокс, прямая трубка и наклонка. В этот раз мы учимся делать бордслайд, это второй базовый трюк. Будем пробовать его на боксе, на прямой трубе и на наклонной. Начнем мы с бокса. Этот бокс немного уже, чем предыдущий, чем в первом ролике, по которому мы учились фифты. Мы будем теоретическую часть смотреть, и потом я покажу вам на практике, как это сделать. Для этого я и говорил в первом ролике, что многие, так же как и я, стачивают канты немного напильником, закруглить их, чтобы не цепляться о пластик и перил. Ну и некоторые не точат. Тут уже если ровно едешь, то можно в целом-то и не упасть. Так же, как и на 50-50, бокс это пластик, на нем не надо вставать на канты, вилять, пытаться затормозить, нажать на кант. Это все не очень. Нам нужно делать эти штуки только на снегу. На боксе мы едем ровно, держим баланс, спокойно спрыгиваем и главное не паримся. Сейчас я покажу, как вам это сделать. Пробуем первый наш бордслайд на боксе. Этот бокс, как я уже сказал ранее, чуть поуже. Также заезжаем на 50-50 прямо, с ровной спиной, не горбимся, не наклоняемся, не кантуемся. Ровно заезжаем, разворачиваем доску на 90 градусов и скользим на бордслайде по всему боксу. Бокс едет у нас хорошо, на нем есть немного снега. Доезжаем до конца этого бокса, спокойненько отщелкиваем и прыгаем. Приземляемся на две согнутые ноги. Сейчас на практике я покажу вам, как это сделать. У вас все получится, не переживайте. Итак, мы пришли к трубе. Труба у нас с кикерами сбоку, но она лежит на полу, поэтому достаточно безопасная. И это, по сути, второй спот в парке, на котором можно учиться трюки. Сейчас мы будем учиться бордслайд. Запрыгивать на нее сильно не надо, здесь достаточно высокий трамплин. Самое главное, это уверенно подъехать параллельно трубе. Плечи у нас всегда параллельно трубе идут. Мы закидываем ноги на бордслайд. Едем перпендикулярно, но плечи оставляем для хорошего баланса и для того, чтобы сойти в свою стойку, оставляем параллельно трубе. Тем самым мы удерживаем между двух ног, либо на передней ноге трубу. Можно на нее немножко поддавить, чтобы хорошо балансировать. И в конце трубы мы спрыгиваем и сходим в свою стойку. Если вы хотите потом разучить, например, бордслайд полностью посередине, чтобы сойти до фейки, вам нужно тогда закинуть и доску, и плечи достаточно ровно, балансировать двумя ногами, плечами, не горбиться ни вперед, ни назад, ровно ехать и сойти to fake. Сейчас я вам покажу два этих исполнения. И вот мы добрались до наклонной трубы. Также здесь будем учиться бордслайд. Здесь на самом деле еще проще, потому что труба в наклон проезжается гораздо быстрее и легче. Я понимаю, что есть небольшой страх в том, что на бордслайде может завалиться немножко назад. Но этого нужно избежать. Также, если вы будете держать плечи параллельно трубе, или, например, вы не будете отклоняться назад или горбиться, полностью разворачивая сноуборд перпендикулярно трубе, плечи мы оставляем параллельно, фиксируем трубу между ног или под ногой, спокойненько доезжаем до низу и спрыгиваем. Сейчас я вам покажу, пару сделаем замедленных кадров с ногами, чтобы все было понятно, и вы научитесь без проблем. Thank you.
Хочется сказать, что на самом деле на наклонную трубку, тем более, которая лежит на полу, и она достаточно низкая, с обычного среднего кикера очень легко толкаться. Скорости можно взять поменьше, то есть прям не гнать на всех ходах, спокойненько подъехать на задний кант, щелкнуть, и вы легко допрыгнете. Потому что если приложить доску к кикеру, здесь мы увидим, опять же, что прыгая на перилу, можно просто без толчка, а спокойно сюда она у вас сама запрыгнет. Поэтому много ходов не берите, главное не бойтесь, подбирайте нужную скорость, спокойненько делайте этот трюк, и все. Мы с вами научились делать board slide по боксу, по прямой трубке, по наклонке. Научились делать его в свою, когда мы плечи оставляем, не забывайте про это. И научились делать туфейки, когда мы раскрываемся, но плечи держим ровно, не горбимся. Всему мы этому научились во втором выпуске. Увидимся в третьем. А я пошел кататься. Всем пока.